Чудо бородатое. Вот это вообще. По-моему, вот это следы тигра. Всем доброго времени суток. Поеду до Рождественки. Мосток такой вот. Поехали. Творение от Бэнкси. Мы обошли стороной Новонежина. Сделать кольцо. Попробовать туда. Закольцевать до Рождественки. Техничная тут дорога. Ну что тут накатано. Сейчас выезжаю на поля и поворот налево. На Рождественку. Под снегом много крупных следов, но их не разберешь, так как вчера выпал снег. Классика. Настоящая. С заносом заднего колеса. На переднем плане у меня виднеется педан. Северничок такой поддувает. Крещенские морозы. Городище, да, вон оно. Идет вал. По нему я гулял. А те сопки, это уже на дальнем плане, это за суходолом. И вот по болоту, вот здесь дорога идет. Ездил я тут всего один раз. И то это было весной. Немножко тяжеловато ехать, да? Грубо говоря, под сиреней фигачу. Так, нахожу просто след от машины. А вот это уже следы какие-то серьезные. Как бы не тигриные. Понятно. Да, хорошо. Пока солнце не село, надо ехать. А вокруг белым-бело, снегу. Ну, а мело. Вспоминаю наш летний прорыв на педан со стороны Новолитовска. Было весело. По-моему, вот это следы тигра. Это явно не человек. У меня есть кадр, когда я проезжаю вот этот ручей на скорости весной. Сейчас я этого делать не буду. Вот фалаза открылась. Сейчас я еду по болоту. Аккурат по льду. Фред, конечно, классная штука, но не знаю. Мне кажется, для Приморья можно и без него обходиться. И на узких колесах вполне все катаемо. Ну вот и дорога на Рождественку с Новонежина. Два года не был возле этого дома. Жигуленок. Копеечка. Стоит. О, можно сесть, посидеть. Даже стекла целые везде не разбиты. Ни одно стекло не разбито. Прикиньте. Так-то. Цусима. Цусима. Издательство «Правда». Геннадию Николаевичу день рождения. Коллектив БТПП. 85-й год. Магнитолка еще. ВАЗовская. Видеотон. Раритет, между прочим. Гляньте-ка. Кнопочка. На спидометре 160. Уровень воды. Зеркало. Отломали. А ручник работает, видите? Ручник еще работает. Фары, кстати, ВАЗовские. Сделано в СССР. Вот такие фары, блин, могут, конечно, даже коллекционеры хорошо дать. Круто. Еще залезть в дом. Ни разу не заходил тут. Куча вещей. Звездные врата судьбы. Евгений Разумовский.
замечательный наш певец Александр Розенбаум. Винил целый. Шасть в сундук. Дорога длиною в жизнь. Я такая дома была вроде. Отец слушал. Да, вот такие вот пластинки точно у меня были дома. Вот такая была точно казачья песня. Только бурка казаку, а степи подруга. Блин, а тут нифига, тут целая коллекция винила, ребята. Высоцкий. О, такая у меня была, Modern Talking. Заслушана до дыр была. В нормальном состоянии, кстати. Холода. Спасите наши души. Холода. Владимир Высоцкий. Еще один экземпляр. Неприкаянный Александр Малинин. О, красавчик. Такая у меня тоже была. Такая была. Мои дворы. Ребята, ну, огонь. В общем, ценители Муромов, винила. Вот это вообще кино. Офигеть. Ночь. Такая тоже была пластинка, как сейчас помню. Ну-ка, состояние. Состояние отличное. Тото Кутуньо. Да. Ребята, ну целая коллекция. Юрий Антонов. Группа Аракс. Что делаем? Надо прикрыть. Может, кто заберет, сохранится. Для потомков. Рыбак, видимо, был. Старая леска. Разной толщины, много. А тут что-то местами горело вот это дело все. Камушки. С видом на фалазу. Техника военная выезжает. С дровами. Расписание автобусов вел. Все подписано. Луговая. Глупость — это козырь, и глупые являются мерилом. Интересные мысли. Трудоголик? Вопрос. Записная книжка. Полный учет, учетная книга домашняя. Сюда вот ее спрячу. Пусть лежит. Короче. Горело все. Или не горело. Часы луч. Остывшая стрелка часов. Кресло для Коли поставим. И чай. Может быть, сесть в машину? Как вариант. Будь проклят тот день, когда я сел за баранку этого пылесоса. Немножко тут грязно. Но ничего. А то ветром. Ну, в карту посмотрю, ну надо как бы возвращаться уже. Солнце садится. Маленый мыс вот сюда, то есть туда по распадку. Теоретически по распадку, я так не вижу. Подстанция Бонасье и поехали вниз. Ну не сейчас. Вот я Рождественку проехал. Пошла дорога в сторону вот Фалазы. Куда эта дорога идет? Вот непонятно куда. Может к Фалазе, может к Смольному ключу. Возвращаться назад. Хороший какой. Создам участок в траве. От Рождественки до Новодежины. Неплохая грунтовочка такая. Посмотрели. Завтра прорыв. Ух, как
Краковка, мыс Лапласа. Будет интересно. Всем пока. Место. Что-то не нашел, а где поворот? Он туда дальше, да, вот ехать? А вот так, вот так, вот к речке. Там не то, что он будет, но он не будет набит. Ну, не это факт, да, вообще? Конечно, что? Вот дорога пошла, вот она. Здесь. Вот это вот, да? Вот она, вот через это, и все, там вот речушка будет, и по ней лэп пойдет, большой, ага, основной. И вот направо, там еще речушка одна будет, там лэп, там мимо лэпа не проедешь. Ага. И по лэпу вот эта дорога, она... А так, тут и медведя, да, ходят? Само собой, здесь он у нас один петли ставил на зайца. Ставил петли, потом идет через два дня, по его следам тигр прошел. Ага. У нас в том году только снежок прошел, прямо вот наверху, там часть немножко, прямо на плацу. Ну, небольшой, конечно, следок, вот такой вот, ну, с хвостом сзади, и тоже прошел. Поэтому здесь как бы надо так, здесь же охотники, им здесь нравится это, охотиться, ну, кто с лицензией, кто так держит. Где же наша звезда? Может, здесь?